Ты человека не переделаешь, ты либо Не его переделаешь. А что можно сделать? радоваться тому, какой он есть. Да. Так, Идеал что вообще, еще? почему у нас возник в голове? Я бы соотнес бы эго и идею идеала. Откуда возник идеал? Нет, откуда он, понятно. Ну но да. вот почему эго и идеал связаны? Как они могут быть связаны? И, кстати, я еще, знаете, о чем подумал сейчас? О том, что когда вот эго путь большое, ты же за ним не видишь то хорошее, что есть вот не в этом человеке, а вот в этом, в этом, в этом. Ты постоянно стоишь в сцене оценки и сравниваешь с идеалом, и человек всегда до него не дотягивает. Ну, разумеется, конечно, да.